И сегодня же Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Аксюбинского областного драмтеатра, отметил, что сегодня растет интерес к искусству, и поручил акиму области построить новое здание для театра в связи с его износом. В беседе с представителями общественности региона Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения верховенства закона и воспитания молодежи. Объявленный вами принцип межнациональной политики «Мы разные, но мы равны» — это наша повседневная реальность. И спасибо вам за это. Вы знаете, но мы не такие уж и разные. Вы ведь сказали на 32-й сессии ассамблеи, что наш бирюзовый паспорт, наш небесно-голубой флаг – это современные символы нашей идентичности. 90 национальностей проживают в нашем регионе. Это наш общий генофонд приспособленности, генофонд выживаемости, интеллектуальный генофонд. Мы на этом стоим и поддерживаем вас в ваших усилиях по консолидации народа. Хорошо. Аллах вас изъеден соул персин. Действительно, единство в многообразии — это лозунг, это тезис, не я придумал, это тезис, который проповедует Организация Объединенных Наций. И эта идеология абсолютно применима к Казахстану.